В Саратовский музей краеведения прилетели живые бабочки. Здесь открылась выставка, на которой можно не только понаблюдать за поведением тропических крылатых насекомых, но и взять их в руки. В отдельной комнате музея для них создан микроклимат особой влажности и температуры, подготовлен корм, бананы и апельсины. Это частная коллекция, в которой около 20 видов тропических бабочек. Нимфилады, парусники, сфинксы, павлиноглазки. Их родина – Юго-Восточная Азия, Америка и Африка. На выставке можно увидеть, как бабочки появляются из кокона. Организаторы обещают каждую неделю пополнять коллекцию новыми разновидностями, куколки которых прибудут из-за границы. Приходят к нам куколки, приходят на той стадии, когда за неделю из куколки уже бабочка рождается. То есть каждую, так как бабочка живет около недели в среднем, каждую неделю у нас этот процесс новый. Сейчас мы ждем бабочку Атлас из острова Ява. Вот. Она немножко отличается от других. Это самая большая в мире бабочка, около 30 сантиметров в размахе. Она будет здесь, на этой выставке, на Саратовской.